Детский турнир по мини-футболу «Футбол Чемпион 2024» прошел в курортном поселке Зеленом Городе рядом с Нижним Новгородом. На турнир приехала и футбольная команда спортивной школы «ИКАР» 2012 года рождения. Почти все игры были непростыми. Когда только вот приехали и сразу, как говорится, в бой, тяжело мальчишкам было войти в тот ритм. Вот. Ну и второй день, у нас три игры было, второй день тоже первую игру как бы нормально отыграли, все хорошо. Но дальше уже было тяжеловато, потому что три игры в день все равно это очень тяжело. Ну, справились, молодцы, выиграли все игры. Все здорово сложилось для нас. Всего в турнире участвовало 7 команд. Они играли в формате 1 вратарь, 4 полевых. Соревнования прошли по круговой системе. По воле календаря победитель определялся в последнем матче. Две команды, которые весь турнир шли без поражений, встретились друг с другом. В итоге саровские футболисты уступили нижегородской команде «Радий» со счетом 3-4 и заняли второе место. Бронза у команды «Сармович». Давний турнир мне понравился тем, что хорошо сыграли, старались в всех моментах. Ошибки были, но мы исправляли их. До конца играли все. Добиться успеха помогли футбольное мастерство каждого спортсмена и слаженные командные действия. Саровская команда участвует в турнире уже не в первый раз. По словам самих футболистов, они расстроены серебром, но понимают, что для будущих успехов необходимы упорные тренировки. Также на соревнованиях ребят поддерживали родители, которые приехали с ними на турнир. Еще огромное спасибо я хочу сказать болельщикам, потому что если бы не они, то было бы вообще невозможно, потому что когда целый стадион болеет за другую команду, и ты слышишь эти небольшие слова, когда поддерживают твою команду, и это тебе еще больше придает сил. Пока что это только первые шаги юных спортсменов. Возможно, в будущем кто-то из них станет профессиональным футболистом. Желание для этого точно есть. Ну, попасть хотя бы в ФНЛ, РПЛ. Может, какую-то команду конкретно хочешь? Ну, за «Спартак». Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.